Привет, ты на канале IT User Help. В этом видео я хочу показать тебе, как на смартфоне с операционной системой Android запустить два приложения на одном экране. Выглядит это будет примерно следующим образом. Предположим, ты открыл одно приложение, открыл второе приложение и хочешь, чтобы они одновременно работали на одном экране. Для этого ты нажимаешь недавние приложения, выбираешь на эту иконку, нажимаешь, и у тебя приложение уменьшается до определенного размера, и ты можешь к тому же изменять этот размер. Потом нажимаешь еще раз, выбираешь второе приложение, и оно также меняет размер, и у тебя получается, что на одном экране два приложения. Сейчас я покажу, как такое сделать. Здесь следует отметить, что в некоторых версиях OS нужно нажать, будет выглядеть, сейчас закрою, будет выглядеть уменьшение приложения вот таким образом, а в других моделях может быть здесь подписано разделить экран, либо просто две параллельные полоски. Но для того, чтобы включить эту функцию, тебе нужно перейти в настройки. Далее нужно перейти в режим разработчика. Если у тебя уже включен режим разработчика, то здорово, заходишь в него. Если нет, то нужно перейти в пункт о планшете, либо о телефоне. И далее в самом низу будет номер сборки, и нужно будет 7 раз нажать, то есть коснуться пальцем, 7 тачей, и включится режим разработчика. После того, как включился режим разработчика на твоем смартфоне либо планшете, переходишь в этот пункт для разработчиков, ставишь галочку «Включено», соглашаешься и пролистываешь это меню практически до самого низа и выбираешь пункт изменения размера в многооконном режиме, ставишь «Включенное состояние», и после этого можешь выходить из этого меню, и у тебя будет функция использования на одном экране два приложения запуска, причем эти приложения будут активны. Нажимаешь либо на эту иконку, либо в твоем случае это может быть функция здесь разделить экран, либо две параллельные полосы. Также можешь, тянув за край, менять размер каждого окна. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Пока!